Ну а в Твери продолжается ремонт улицы Трехсвятской на участке от бульвара Радищева до улицы Симеоновской. Работы ведутся в рамках программы формирования комфортной городской среды. Подрядчик уже завершил укладку гранитной брусчатки на тротуарах по обеим сторонам пешеходной улицы. Также уложен новый асфальт на пересечении улиц Трехсвятской и Симеоновской. На объекте установлены водоотводные лотки, восстановлены канализационные люки, проведена прокладка сетевых кабелей и полностью смонтированы стойки опор наружного освещения. Для высадки газона предназначены оцинкованные борта круглой формы с плодородной землей. Один из них уже засеян. По проекту у нас кубы устанавливаются, они уже вдоль дороги, для того, чтобы машины сюда не заезжали. Озеленение территории, да, травой уже подготавливаем. У нас таких будет 3 круга, один уже полностью готов. Осталось там небольшие подрезки сделать. И оставшиеся 2 точно такие же будут круги, где уже будет засеяться травой. По словам представителей подрядной организации, завершить все работы по благоустройству второго этапа улицы Трехсвятской планируется в середине лета.